Давайте скорее определять победителя. Любители активного образа жизни из Уссурийска стали участниками розыгрыша призов. С декабря на спортивных объектах округа стартовала акция «Регистрируйся и побеждай». Правила простые – прийти в зал или на стадион и отсканировать код на входе. Самым активным пользователям – подарки от организаторов. На вас пробуем и дальше продвигаем на весь Приморский край. Более того, нашим проектом заинтересовались, спрашивают с других регионов, соответственно, тоже хотят установить QR-коды. Такая система помогает оценить, какие места для занятий пользуются большей популярностью у населения и насколько уссурийцы любят активный образ жизни. Специальные таблички можно найти на стадионах, ледовых аренах, в бассейне «Чайка», спорткомплексах, тренажерных залах, а также в скверах и парках. На каждом объекте есть инструктора по спорту, либо методисты, которые могут объяснить и разъяснить историю, да, и механизм этого действия. Поэтому здесь сложного ничего нет. Наводится видеокамера смартфона на QR-код. Дальше переходим по ссылке Минспорта и делаем два клика простых действий. Вписываем фамилию, имя, отчество, номер телефона и нажимаем «Зарегистрировать свое занятие». Все. Причем регистрироваться нужно только в первый раз, потом система автоматически узнает участника. Всех, кто таким образом отметился на спортивном объекте, заносят в единую базу и включают в розыгрыш призов. Итак, друзья, давайте определять победителя. В прямом эфире с помощью генератора случайных чисел определили победителей из тех, кто сканировал коды с декабря по середину мая. А это больше 5000 человек. Уссурийцы от 3 лет и старше получили инвентарь для занятий, а самые активные участники почтенного возраста еще и специальный приз – сертификат в спортмагазин. Следующий розыгрыш пройдет осенью, поэтому самое время начать участвовать и надеяться на удачу. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.